Помнишь, друг мой, как дни испытаний твое сердце неровно стучало? Ты шагал по дороге страданий, отмеряя печаль за печалью. Ты желал, чтобы братские плечи на себя взяли часть твоей боли, и дышать тебе вдруг стало легче, когда брат помолился с тобою. Помнишь, друг мой, как кто-то с участием вытер слезы твои платком белым, и развеялись тучи ненастья, небо вновь над тобой голубело. Помнишь, как от тепла благодати в прах все козни врага рассыпались в те часы, когда сестры и братья на колени с тобою склонялись? О душе твоей церковь просила, чтоб Господь укрепил твою веру, чтобы дал в испытаниях силу, чтобы ты устоял против ветра. Бог на эти молитвы ответил, и сегодня сильны твои руки. Помолись о других, Божьим детям должно к Богу взывать друг о друге. Мы помолимся вместе с тобою за сестру дорогую и брата, и Господь защитит, успокоит и пошлет им свой мир благодатный. Кто-то очень устал, кто-то болен, мы мольбу принесем за недужих, и с горячей братской мольбою к Иисусу принесем мы все нужды. Чье-то сердце ослаблено в бойрах, чье-то сердце поет на фаворе. Мы разделим и радость победы, и утраты тяжелого горя. Помолись о других, и пусть станет боль чужая родной болью, близкой. Одним сердцем, одними устами нам дано друг за друга молиться. Иисус по сердечным молитвам уврачует больных и уставших, перевяжет израненных в битвах и поднимет в дороге упавших. Руки Божьи дать милость готовы, небеса перед нами открыты. Не напрасно дом Церкви Христовой называется домом молитвы. Аминь.